На Олимпиаде IOI-2016 созданы все условия для участников. Перед решающими соревнованиями для участников выделили время и место для того, чтобы каждый мог подготовиться к решению задач, морально настроиться и привыкнуть к соревновательной обстановке. Участники все разные, но объединяет их одно – это безумное волнение и, конечно же, стремление показать хороший результат. Нам дали возможность проверить оборудование, компьютеры, на которых мы будем решать задачи. Я очень взволнован на данный момент и надеюсь на отличный результат. Ну, мы, получается, знакомимся с системой, задаем несколько несложных задач и, в принципе, все. То есть самое главное – это познакомиться с системой, чтобы не тратить на это время во время туров самих.